Пенсионеры и инвалиды-предприниматели не будут платить единый социальный взнос. Такие изменения в налоговый кодекс приняла вчера Верховная Рада Украины. Как отреагировал малый бизнес Запорожья, узнавали наши корреспонденты. Пенсионеры-ЧПшники радуются. Теперь им больше не нужно платить в пенсионный фонд единый социальный взнос. Украинские парламентарии проголосовали большинством за внесение таких изменений в налоговый кодекс. Предприниматели тоже считают, пенсионеру платить за свою пенсию – абсурд. И с этой минимальной пенсии они с прошлого июля вынуждены были платить порядка 300 гривен начислением в пенсионный фонд. Естественно, это несправедливо. Еще более это несправедливо касается для инвалидов, которые тоже, не имея здоровья, вынуждены дополнительно зарабатывать и тут же делают отчисления. Инвалидов, ведущих предпринимательскую деятельность, тоже освободят от уплаты взносов в пенсионный фонд. Исключением по новому закону являются только те пенсионеры и инвалиды, у которых есть наемные работники. Эти предприниматели будут платить в пенсионный фонд в полном объеме. В целом, такое изменение в налоговый кодекс бизнес оценивает положительно. Считают только, что этого недостаточно. Выходя на акции протеста, требовали, если не отменить, то хотя бы снизить единый социальный взнос для всех. Мы требовали хотя бы наполовину сократить и для остальных. Но мы видим, что для инвалидов, предпринимателей и пенсионеров предприниматели убрали, но остальное как бы мы ждем, чтобы сделали хотя бы наполовину меньше и для предпринимателей остальных. А пока для всех предпринимателей только спишут штрафы, начисленные пенсионным фондом за неуплату взносов в прошлом году. Все эти изменения вступят в силу после подписания президентом. Бизнес считает это своей маленькой победой.